Управлением потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского городского округа объявлен новогодний смотр-конкурс «Новогодняя звезда». Участвовать в нем могут работающие на территории муниципалитета предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Новогоднему оформлению подлежат не только фасады предприятий, но и пространство внутренних помещений, входных групп и прилегающих территорий. Срок подачи заявок до 10 декабря. Дополнительную информацию можно найти на сайте администрации Одинцовского городского округа.